Когда речь заходит про машины для бездорожья, первое, что приходит на ум, это продукция Ульяновского автозавода. Их транспорт можно считать родственным газовским джипам, но они сумели отделиться и развиваться самостоятельно. С этим фактом не поспоришь. Возьмем УАЗ-450, в основе которого заложены узлы 69-го газа, но автомобиль нашел себя в другой сфере. По сути, эта машина относится к грузовикам, способная перевозить в своем кузове не только грузы, но и людей. Он же фургон, он же и микроавтобус. Многие полагают, что на базе завода строили два типа машин. Первый – это УАЗ-469, который пошел в армию, а второй – это УАЗ-450, у которого было множество различных модификаций и дополнений. Он же джип и фургон, но мы придем в заблуждение, если будем так рассуждать. Нужно учитывать тот факт, что на заводе был разработан и тягач. Само собой, не сравнится с КРАЗом или МАЗом, однако имевший полное право так называться. Индекс у этого тягача был УАЗ-456. Начало периода его производства пришелся на 50-е годы. По внешним признакам он походил на ГАЗ-69, только его передней частью. Учитывая, что в 1956 году проект прибыл на производство завода УАЗ, то у него поменялось только название. Для данного проекта потребность в разработке кузова была исключена. Машина была построена на базе ГАЗ-69, и его назначение включало в себя работу с полуприцепами. Тогда такие полуприцепы имели большую площадь для перевозки грузов до 2 тонн. У этих машин были все шансы, чтобы занять нишу, которую сейчас занимают газели. Кардинальных отличий по технической части от ГАЗ-69 не было. Единственное, можно заметить, что изменения были у кузова. Было только два сиденья спереди. Задняя часть была оборудована сцепным устройством. Задние колеса обзавелись арками, и такой трейлер был готов. Чтобы этот УАЗик не испытывал какого-либо дискомфорта, специально для него был разработан прицеп УАЗ-749. Он мог использоваться как стендом, так и без него. Ходили слухи, что такая машина не была достаточно маневренной. Также была информация о том, что новые УАЗики должны были вытеснить морально устаревшие ГАЗ-69. И получается, что разработка с использованием узлов 69-го газона была нецелесообразной. Также на решение была наложена рука политики и финансов. Машина получила свою короткую службу в советском автопроме. Почему она сложилась именно так, остается только догадываться. Однако у машины были все шансы проводить деятельность в гражданских делах, сельском хозяйстве и армии.